У гомельскім мікрараёне Заходні з'явіўся казачны двор. Цмок, гном, пчаламухі і іншыя персанажы упрыгожылі вароты прыватнага дома. Разьбяныя фігуры стварае майстар Алексей Хомченко. Нашы корэспандэнты пазнаёміліся з ім і даведаліся пра тонкасці мастацтва. Перетворить свой участок у казачный двор Алексей Хомченко вырашил раптовно. Одночи захотел сделать свой участок особливым, и у него отрымалося. Пропустить его дом немагчыма. Металличные вороты с велизарным цмоком на их далек притягивают увагу. Идеи подкидывает вся семья. Жонка Юлия и две дочки Милана и Алина. У творчества так само удельничают все разом. Например, девчонки подают идею, Юлия рыхтует раствор, а Алексей працует над обличчем казачного персонажа. Вся тяжелая работа в основном на мне. Ну, тяжелая черновая. Там замести раствор, налепить что-то, уже красоту выводит аккуратно, все уже он сам. Идеи какие-то, да, я предлагаю, но он все равно что-то меняет, что-то где-то переделывает, что-то, ну, от себя чину какую-то, да, он делает, конечно. В принципе, уже все, что хотели, все уже есть. Вот главное, мне понравилось, что мы сейчас делаем. Под окном на улице будут цветы. Осталось только выбрать, какие цветы туда посадить. Друзья удивились. Красиво. Родители их восхищались. Веселые грибы, усмешливые вазоны и неэмоциональные персонажи. На одну фигурку треба у среднем 10-15 дзён, а вось на вороты спотребилося 2 месяца. Сябры и соседи от такой творчести у захопления. Алексей означает, что уже з'явились и первые заказы. Зараз майстер працует над створением цмока, які будет раза у троя больше, чем на уласных воротах. Подобная конструкция створается не хутко и простоит не меньше за 15 годов. Основа с металлу и арматуры, сетки, дроту. Але головный материал – арт-бетон. Майстер каже, праца гэта доступна кожнаму, было б жаданне, і дэманструе першую работу. Не то мусорка, не то цветочник. Вот. Сделано банально из ведра, со старого ведра, облеплено раствором. Ну, банальная работа, собственно говоря, наверное, сможет сделать каждый. Ну, конечно, в первую очередь для себя скульптуры изначально располагали. Вот. А так как дело вроде как начало получаться, все, скульптура, решили сделать что-нибудь для улицы, то есть украсить прилежащий двор, и, ну, чтобы красивенько было. Ну, идеи скорее приходят, наверное, во время работы, скорее всего, потому что, ну, что-то на листике, что-то пытаемся рисовать, но по факту все равно не получается то, что запланировали, что-то получается более, скажем, больше, грандиозное, то есть идея на листике одна, а по факту намного все больше. Планы у Алексея великие. У дворы есть ожидание поставить альтанку с персонажами сериала «Гульня простолов». А на даху поселится ведьма на мятле и востроконцовым капелюши. Такий творчий подыход не застанется незауваженным. Уже зараз перед домом семьи Хомченко спиняются люди, как зробить селфи на фоне казачного двора. Вероника Гамзюкова, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель».